Это программа «Секреты власти». В гостях у нас бывший вице-премьер-министр, бывший депутат парламента Мира Камилевна Джангарачева. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы согласились. Спасибо. И пришли к нам на передачу. В середине 90-х годов на то время президент Аскар Акаев привлекал к власти молодых реформаторов. Как вы пришли во власть, какие цели перед вами ставились и какие идеи вы продвигали тогда с этими молодыми людьми? Ну, там молодых не было у нас никого. Ну, относительно. Относительно. В парламенте я была самая молодая, мне 42 года было. Я пришла из города, я работала в городе. Я проработала в политехническом институте 18 лет. И мои коллеги меня выдвинули депутатом городского совета. Нас тогда было 120 депутатов горсовета. Вот. Я баллотировалась, кстати, на председателя городского совета вместе с Муралиевым и Чиналиевым. Ну, самоотвод взяла, поскромничала. И вот после депутатства меня пригласил на работу Джумабек Ибраимов, мэр города. Тогда называлась государственная администрация. Я стала его замом работать по социальным вопросам. Потом в 95-м году прошла в парламент, тогда был двухпалатный парламент. Сенатор, законодатели были 35 человек, и 70 человек были палата представителей. А потом вот через год-полтора, наверное, стала вице-премьер-министром работать по социальным вопросам. И думаю, что сделала большую ошибку, что согласилась работать в команде Акаева. Но он меня убедил, он мне как-то... Вас пригласил сам Акаев? Да, меня пригласил сам Акаев, он меня вызвал, сказал мне, очень слабое звено, социальные вопросы, социальная политика, надо помочь мне, пожалуйста, вот поработай вице-премьером. И я отказывалась, я сказала, говорю, я не смогу, я знаю, что я буду работать с интеллигенцией. В то время были очень сильные писатели, активные писатели были кыргызскоязычные. А у меня не очень хороший был язык, и я говорю, мне придется на кыргызском языке говорить все, я очень боюсь все. Нет, нет, научишься, Юрий Нукетесин, все, давай, 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 прошу тебя, давай, да. Ты при мне подписал указ. И так получилось, что я стала вице-премьер-министром работать у него в команде. Я не могу сказать, что было много молодых. Ну, мы цели, конечно, были самые приличные. В то время были цели очень приличные, потому что мы приходили во власть без денег, мы приходили без протеже, за нас никто не просил, никто не ходил там с конвертами, с подарками. Не знаю. Ну, конечно, меня поддерживали, меня Джумабек Ибраимов поддерживал, меня Абдыгани Эркебаев поддерживал. Такие известные люди, политики тогда. Я была, конечно, помоложе. С хорошей командой в городе работала, ребята поддерживали. Медет Садыркулов, Болот Кененбаев, Борис Силаев. И я очень хорошую школу в городе получила. И, в принципе, цели были, конечно, самые чистые, намерения самые чистые. Мы чисто работали, старались чисто работать. Таких масштабов непрофессионализма в государственном управлении, некачественной работы, безответственности, коррупции вообще даже в мыслях не было тогда. Потому что при всех... я очень критично отношусь вообще к своему бывшему шефу, но он набирал... У нас вот у него в администрации после вице-премьерства я стала у него работать, было 6 отделов. Вот все 6 отделов были кандидаты доктора наук. Все были ребята с хорошим образованием. То есть критерий был всегда профессионализм. Профессионализм, образование хорошее, высокий уровень культуры. И на самом деле так было. Даже внешние все люди, которые работали у Акаева, ну там единицы, внешне они производили впечатление очень таких уверенных, профессиональных, знающих людей, понимающих многие процессы, говорящих хорошо, хорошим языком.
И, конечно, это, наверное, это был один из плюсов. Ну, кроме плюсов, и что-то получалось тогда в работе, потому что время было другое. Мы пришли в другое время, потому что оставалась дисциплина, порядок, которые были, при, как бы не ругали советский строй. Все оставалось, инфраструктура оставалась, сети, особенно в социальном секторе, вот эти социальные все учреждения, образовательные система. Учреждения, вся система, она сохранялась, вот особенно в городе, в областях, в областных центрах. Все было наработано. Вот такого развала тотального не было. Школы функционировали, департаменты образования. И я скажу, мне было очень интересно работать. Я не могу сказать, что мне было легко работать, но у нас цели были совсем другие, потому что мы понимали, что мы независимая страна, нам надо выстраивать, заявлять о себе на международной арене, встречаться, говорить. Выстраивались первые партнерские отношения с международными организациями. И на нас была очень большая ответственность. Какие проекты для будущего, для социальной сферы нужно было. Тогда вот первые проекты пошли, ПРООНовские. Тогда начал работать Азиатский банк развития, Всемирный банк развития. Ну, потом тихонько-тихонько все это стало сходить на нет. Все. Я по себе чувствовала, как бы личностно, да, я чувствую. Я сижу в Белом доме, я всегда имела доступ к первому лицу. Прямой телефон был, я с премьер-министром, потому что я под ним работала, я с администрацией президента под ним работала, со спикерами, с руководителями комитетов. Я пыталась, потому что я пришла из Джоуркукинежа, я пыталась со всеми выстроить очень хорошие коммуникации, потому что во власти это очень важно. Самая большая болезнь власти, когда начинают конкурировать друг друга, главничать, кто главнее, я главнее, ты главнее. Есть конституция, есть ветви власти. По этим ветвям власти есть все прописанное, как надо работать и как надо участвовать в процессе управления. Ну, тогда вот мы старались все это как-то налаживать, решать, сообща решать. Тогда первые некоммерческие организации, неправительственные организации были. У меня всегда были двери открыты, у меня в кабинете всегда работали первые неправительственные организации, которые сегодня и ЛОВЗ, которые поддерживали гендер, и другие экологические первые организации, которые сегодня выросли очень крупные. Это очень известные люди сегодня, вот с которыми мы тогда начинали работать. Угу. И было очень интересно работать, легко, получалось многое. Какие-то результаты были конкретные. И мне было очень интересно работать. Я очень боялась, когда пришла во власть, потому что я же была из политехнического института. Я там 18 лет проработала, заведовала кафедрой, декана была, замдекана. И я, для меня было это немножко ужасно. Я думала, я не смогу. Как тогда у вас получилось? Я думаю, что у меня получилось. У меня очень получилось. Это была большая школа, я училась, я ничего не боялась. Я много читала, я много старалась узнать, я сравнивала везде, где мы были, в любой стране. Я изучала опыт, я пыталась внести какие-то новации, всегда пыталась изменить систему, пыталась изменить вот это прошлое, взять из него хорошее и внести новое. И я была очень счастлива. У меня очень... Я была довольна результатами своей работы. Конечно, были личные моменты, которые вообще в системе власти всегда мешают. Личные приязнь, неприязнь, симпатии, антипатии. Но это было второстепенно. Но оно мешает, оно очень мешает во власти. Потому что когда человеку дают работать, когда человеку доверяют, когда человека требуют, он дает результаты, ответственен за свои результаты, это совсем другое дело. Раньше было так. Мы имели голос. Я имела голос. Потом, правда, меня заглушили. Угу. И вот вы говорите, как вы это почувствовали. Я почувствовала, что меня приглашать доступа не стало к первому лицу. Угу. А в принятии решений? Я звоню, допустим, хочу посоветоваться. Приходят какие-то документы. А я вижу, что подсунули ему. Академики, его друзья зашли, подсунули. Я захожу, говорю, нет, это не получится, Оскар Акавич, это неправильно, потому что вот здесь вот так, это, по закону это неправильно, вы нарушаете. Это разные были. Вот это.
ну, сертификация, допустим, документов этих кандидатских, докторских диссертаций в нашем ВАКе. Но это смешно. В нашем ВАКе кто сидел и сейчас сидит, да? И они, допустим, я в МГУ защитилась, они мою докторскую будут еще пересматривать, ее утверждать или не утверждать. У меня уже диплом есть Московского университета. Ну, тогда за границей мало учились. А они сейчас хотят вот это все делать. Но я зашла, говорю, это смешно. Кто вам подсунул это? Ну, там друг его академик. Или второй, допустим, законопроект подсунули ему. 10% с работающих пенсионеров. Там и так мизерная пенсия. Он говорит, я говорю, вообще, Хасибет Инсмирин, эти 10% будете брать. И я заходила, решала, давала аннотацию, заключение. С премьер-министром согласовывала, конечно, с министрами, с депутатами, чтобы поддержка какая-то была. А потом просто прекратили всякие связи, приглашать в кабинет, звать. Все. Я поняла, что, видимо, скоро уход будет. Я поняла за год-полтора, наверное, до своего ухода поняла. Когда начали гонять везде, с одной должности на другую. Потом он мне опять увидел, ну давай, работай, ну не обращай внимания, да ты же хорошо, ну молодец, работай, работай. А потом сам раз туда-сюда гоняет. Да идите вы все, черт. И в 2000 году я ушла. Аскар Акаева ругают за создание семейно-кланового режима. И этот, вы были свидетелем как раз тогда построения этого, этой системы семейно-клановой. Ой, когда... ну это уже так много написано. Если бы еще кто-то уроки из этого делал. Так много написано, так много сказано. Мне уже их жалко, Байкуштарды. Ну, противно все это было, конечно, смотреть. Противно, понимаете? Ну, вмешивалась, конечно, она мешала, она влияла, она регулировала многие вопросы, кадровые вопросы. Вмешивалась, она, поскольку фонд там у нее был, отмерим, она мне мешала. Ну, как мешала? Я, допустим, делаю что-то. Она говорит, это будет под фондом мире. Ну, у меня, мне что делать? Ну, я думаю, пусть хоть под кем будет, лишь бы было это. Там что-то делаем, открываем, компьютеризируем, что это делаем. Какие-то наши проекты в области здравоохранения, все. Я буду там на открытии того. Ну, пусть приходит, ладно, пусть приходит. Ну, потом уже когда совсем это все было, конечно, все это раздражало. Мне кажется, вообще... Вот институт первых леди, он такой, знаете, у нас такой, ну, самовольный. Ну, есть первая леди, умница она, и умно будет себя вести. Но вот ненасытная, вот такая хапуга, ручку хочет куда-то засунуть, она засунет. И никто, закона нет, понимаете, нигде не прописано, как должна себя вести. Есть моральные, этические нормы, человеческие, да? Мы сейчас вот всех ругаем. А я вот из всех, наверное, могу только вспомнить Усубалиеву супругу Гульджакене Азалиевну, которая была интеллигентная, умная, образованная, которая этот музей наш, другие первые леди из музея все тащили, картины, там забирали Фалька, делали копии давали в музей, у себя оставляли. Небось, картины сейчас висят у нее дома. А Гульджакене Азалиевна все тащила, везде, где была, тащила. В наш музей. Сейчас в запасниках, вот недавно они выставку делали. Это же, она же была первая леди. Она тащила в страну. Она была Антонова. Вот Антонова, музей Пушкина. Угу. До сих пор работает. Она была Антонова наша. Понимаете, вот в то время тоже, вот говорят, там она что-то делала, она влияла. Ну, может быть, и влияла, но не так влияла же, как некоторые влияли. Поэтому надо первым леди надо быть поскромнее. Как мой папа говорит, неизвестно, как бы ты себя повела, если бы ты была первая леди. Я говорю, папа, я бы была скромная. Почему тогда окружение или приближенные люди Аскар Акаева не могли остановить этот напор? Да вы что? Ну кто мог остановить? Ишимбай Абдразаков остановил. Ишимбай Абдразаков говорил. И что сделали с Ишимбаем Абдразаковым? Жена работает рядом с ней, а его без работы оставили. Умницу такого, честного, порядочного человека. Ну как вот так можно было? И заставили преподавать. А он был управленец, госуправленец чистый. Ну кто мог сказать? Все боялись. Все боялись. Она меня вот так вызвала и сказала, говорит, ты неблагодарная.
За что вы должны? Я говорю, а вы меня что, с улицы взяли, что ли? Чего я должна вас благодарить? Говорит, вы меня, что ли, на работу брали? Ну, Сейн, вот мы тебя сделали вице-премьером. Я говорю, а вы меня что, с улицы взяли? Вы меня Джоурку Кенеша взяли. За меня 75 тысяч человек проголосовало. Мне не надо было уходить, Джоурки Кенеша. Мне Доромбек Садырбаев говорил, өлтүрөт булар, чайнап сени жеп коет. Жутуп коет сени, барба. А я дурочка, вот. Сказали, ты молодец, ты должна, ты ради страны. До этого в нашем разговоре вы сказали, что тогда люди, которые приходили во власть, даже не думали воровать и не воровали. Почему эта ситуация изменилась и люди начали воровать? Вы знаете, вообще, мы же сейчас много говорим про коррупцию. Ну, на самом деле, истоками коррупции так серьезно никто не занимается, да? Хотя некоторые вот европейские страны, я знаю, вот я руководила проектом по реформе госуправления, и мы в Словакии изучали опыт. И там конкурс выиграла группа 26-летних молодых людей. Сичакова ее фамилия была, девушка руководила группой. И они написали национальную программу по борьбе с коррупцией, которую утвердил парламент. Вот этой 26-летней девочке. И молодого парня, тоже 26-летнего, сделали премьер-министром. И тогда они начали вот бороться с коррупцией. Мне кажется, когда это есть, работает на государственном уровне, оно принято как цель государства. И когда оно подтверждено, эта цель, этот процесс подтвержден законом, справедливой судебной системой, очень жесткими мерами, которые реально, не на словах, не бла-бла-бла, а именно реально, люди знают про эти механизмы, которые приходят в систему госуправления, и знают, что вот за такие вещи они могут получить срок, они могут быть обесчещены. И мы примеры же такие знаем, пожалуйста. Вот Ликуана все там читают, все о нем говорят, или Махатхира в Малайзии, да? Вот почему ему доверили 90 лет снова быть премьер-министром? Потому что он был честный. Или Ликуан, говорили, что он был честный, но он был жестокий, он потопил в крови. Ну, видимо, может быть, и такие меры нужны. Понимаете? Вот эта разболтанность, расшатанность, непрофессионализм, вседозволенность, сращивание с коррупционными элементами, преступными элементами, недобросовестность, вот это все, закрытость власти, все это как раз и позволило вот так случиться, понимаете? Безнаказанность, в первую очередь безнаказанность, конечно. Понимаете, это когда я потом узнала, я увидела блокноты, где было написано, что фамилии людей, которых я знала, которых я видела в Белом доме, и они приносили по 300 тысяч долларов, и его почерком, крупным убористым, я-то его почерк знаю, вот это все написано, как в книге в амбарной, как у этих, мне было стыдно. Это каким нужно быть академиком, да, главой государства? Он что, не мог, ну, уничтожил бы, ну, не писал бы это, значит, ему это нравилось, читать вот это, любоваться, пересчитывать эти деньги, я не знаю, где они. Это же позорище. Это вообще стыд. Понимаете? А вот этого стыда сейчас нет. И все знают. Депутаты хочешь 300-500 тысяч. И тебя никто трогать не будет. И вы видите парламент какой. Куда-то ты хочешь что-то сделать, и все знают, вот ты никуда не пройдешь. А вот этот пройдет, потому что у него папаша там. Папаша сделает, мамаша сделает, тетя сделает, дядя сделает. Мы боялись, я боялась. Я просто боялась что-то сделать своим родственникам. Думаю, скажут, в газете напишут. Я просто, для меня это было, вот, и папа мне всегда говорил, балам тазаджуш, балам, без нитухумду фамилия, ну, я отколбаду. А сейчас вообще говорят или нет так детям, я не знаю. Это нам страх говорили. Или воспитание, совесть? Нам говорили, мне говорили всегда. Мне сейчас мама говорит, а что это у всех двухэтажных дома, у тебя нет? Я говорю, а кто мне говорил, тазаджур? Вот тазаджуруб, говорю, и живем, говорю, в такой квартирке. И радуйся, мама. Зато со всеми здороваемся, все уважают, все ценят.
А вот это пропало, понимаете? Все, и все поняли. И вот это сейчас поколение вырастает. Знаете, за что страшно? Они не говорят про честь. Они не говорят про свою честь. Они говорят, как-нибудь устроиться. Бир жерге илинип калсам, мен ушул жерден мен етпей элем деп. А он не понимает, он достоин, недостоин. Меня вот когда вице-премьером он пригласил, я прямо всю ночь не спала. Думаю, господи, ну я же не справлюсь. Папочка, звоню, папа, говорю, я не справлюсь же, папа, я же не знаю это как. Он говорит, доченька, ну это такое доверие. Балам, ты же умница, ты такая, ты училась, у тебя такое образование, ты такая лидер была. Ты заведовала в политехническом, с такими студентами ты работала, Балам. Постарайся, да. Понимаете? А сейчас никто, сейчас назначают, он нагло идет, ничего не соображает, спит на заседаниях, а он сидит там. Уят чок. Никола Макиавелли в своей работе «Государь» говорит, что государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать, миловать, приближать или подвергать опале. То есть государь волен сам себе выбирать приближенных и окружение, и от этого выбора зависит ведение будущего развития страны. Вы прям как Оскар Акаев. Он тоже часто приводил это высказывание. Он обожал Макиавелли. Он обожал его. Конфуция, Макиавелли. Очень был начитанный, образованный человек. Ну и что? И что? Он это знал. Он был президентом. И другие приходили, были президентами. Они это знали. Что думаете, они не читали? Может быть, им кто-то писал, говорил, мы на уноху пойгала, пойда сытые сизги. И что? Понимаете, мне кажется, вот уходить надо всем. Всем. Вот всем надо уходить просто нам. Уходить вот без зазрения совести. Чистые выборы, конкурсная основа, конкурс, жесточайшее законодательство за малейшие проступки, за малейшие проступки. Вы посмотрите, что энергосектор творится, горнодобывающие. Вот это последние вот эти события все. Куда ни глянь, везде воруют. Ну не может же так быть. Я не знаю. Я просто стыдно, понимаете? Вот стыдно, вот перед детьми, перед внуками стыдно. Вот я не знаю, почему так происходит. Какая-то у нас гордость, какая-то... Нас же так мало. Нас всего, вот, с учетом всех, кто уехал, осталось нормальных взрослых. Вот остальные детки маленькие не понимают. Ну, 3 миллиона, 2,5 миллиона. И мы не можем нормально. И вот и каждый раз ошибка. Каждый раз думаешь, вот сейчас пройдут выборы, будет хорошо. Вот сейчас пройдут депутаты, будут хорошие. Вот все придут, все решится. И вот смотришь с надеждой. И нет надежды. Вот, кстати, опять же, Макиавелли пишет, что всегда тот, кто приходит потом, он не является лучше, а наоборот, да, хуже, чем прошлый. Или он приходит туда и становится хуже, или он уходит оттуда разочарованный, больной, тяжелым состоянием того, что он не туда. Ну, таких уже, наверное, нет. Венгерский политолог Балинт Мадьяр описывает в своей книге «Мафиозное государство». И он пишет, что, я зачитаю его цитату, «Вместо политиков я использую слово полигархия, которое описывает тех, кто занимает определенную политическую позицию, обладает видимой политической властью и невидимой экономической». Можно ли говорить, что в Кыргызстане модель государственного управления, при которой коррупция пронизывает все эшелоны власти, называется мафиозным государством? Можно ли сказать, что в Кыргызстане за эти 20 лет было создано такое мафиозное государство? Не, ну до этого мы еще не дошли. Куда я буду русать, до этого не дошли, конечно. Но если не заниматься этим, не работать, если мы будем все первые лица ходить на то и праздновать вместе под ручку с бандитами, ворами, коррупционерами. Все эти вещи, это произойдет. Это произойдет. Завтра они придут к власти. И завтра придут к власти вот эти, которые сидят на наркотрафике, которые воруют, которые вообще беспредельщики. И вместе с ними придут радикалы, угу, которые уже такую сеть создали. И уже видимыми, невидимыми уже зайдут во власть. В 2020 году, я думаю, что будут
в парламенте уже сидеть такие группы радикальные. Те, о которых я раньше сказала, мафиозно преступные, они уже сидят. Вы знаете, кто это. У нас в парламенте сидят такие люди. Интересы их представляют. Абсолютно бессовестно, абсолютно бесстыдно. Считая, что это норма. И считая, что люди не знают. Вы знаете, у нас в стране все про всех все знают. Все знают. Они думают, что не знают. Просто проблема в том, что все молчат. Почему молчат? А молчат, потому что это удобно. Тебе, все не тебе. Тебя будут везде приглашать, тебе будет почет, уважение. Твоих детей трогать не будут, твоих родственников трогать не будут. Это же страх, оставшийся еще вот с советской системы карательной. Ну, он модифицированный. Он модифицированный, он уже адаптированный к новым условиям. У нас же все меняется, все адаптируется сейчас. Понимаете? Мы очень сами быстро. Адаптируемся, кстати. Очень мы быстро. Сами тоже, мы же такая мобильная нация. Мы же кочевники, мы быстро все это делаем. Сегодня с одними, завтра с другими. Порубили всех шашки вон, пожар сделали и сбежали. Мы это все быстро делаем. Но мы модифицируем не какие-то прогрессивные вещи, а вот плохое модифицируем, понимаете? А вот от всего хорошего мы уходим назад. И стыдно от этого становится. Кому совсем уже не в моготу, уехали. Я не говорю про ребят, про мигрантов. Те поехали в Акуштар, аля джогунан, зарабатывать. А ведь нормальные люди тоже уезжают. Потому что не хотят быть. Они знают, что их дети никогда не устроятся на работу. Ботаники. Очкарики с хорошим образованием. Вот вы их, кстати, в одном из интервью назвали чужие. Чужие для кого? Чужие для страны, для руководства. Чужие для себя, они могут найти себя здесь. Они не могут найти себя. А как они? Вот в 2010 году же, я просто один разговор хочу привести. Я сидела, кого-то ждала и зашла в это кафе «Нью-Йорк Пицца». Взяла чашку кофе, сижу, двое ребят сидят, разговаривают. Как раз 2010 год был, только революция прошла. Они, оказывается, в Лондоне что-то закончили, какая-то лондонская школа. И сидят два мальчика. И говорят, вот мы приехали, мы будем для нашей страны, мы все, что мы знаем, мы победим эту коррупцию, мы создадим новый Кыргызстан, моя страна, я ее обожаю, мои люди, мои родители, мои дедушка с бабушкой здесь, я буду здесь жить. Один парень с пули, по-моему, один с Нарына. Вы знаете, я прям подошла к ним, говорю, мальчишки, можно я вас поцелую? Они, наверное, подумали, что я ненормальная. Они так говорят, ну типа за что? Я говорю, за все, мальчишки, за то, что вы вернулись, за то, что вы хотите страну преобразить. И что? Ну, наверное, они уехали потом опять, потому что они не нужны здесь такие. Умные не нужны здесь. Умные, образованные не нужны. Понимаете? Потому что вот Наум Хомский есть такой, он философ, общественный деятель. Вот он 10 признаков назвал, как убить нацию. Вот один из признаков – постоянно держать народ в невежестве, в глупости и невежестве. Самый распространенный метод. Да, чтобы управлять легче такими, понимаете? И вот это стало сейчас, вот сейчас ранг не образования, не языки, не ученая степень, еще. Это для какой-то группы. А в целом вот платок, борода, тупость, той – этот, как его, деньги, когда эти ходят друг к другу, женщины. Ширине. И все. Высоких нет целей. Вот такие маленькие. С чем это связано? С примитивизмом. Мы становимся примитивной нацией. Убогой примитивной нацией, которая довольствуется вот этими грязными дешевыми ресторанами, вот этой едой. Вот этими устуханами, да, которые и у нас, наша жизнь измеряется устуханом, за какой стол тебя посадили, в каком обществе ты вертишься и так далее. Как вы оцениваете сегодняшнюю власть? Она может сделать какие-то реформы? Вы знаете, я себе дала слово, вот как бы не давать оценку уже, да, как бы не хочется. Мы все надеемся. Вот говорят же, Кыргыздар, умит менен жашаган эл. Вот каждый раз приходит, и мы надеемся. Мне единственное, что успокаивает, не раздражает.
как предыдущий. Ну вот вы тоже соглашаетесь? Не раздражает он пока. Вы, кстати, в одном тоже интервью об Атамбаеве сказали, мы его терпели 6 лет. Терпели? Да. Но получается, что люди, когда терпят, они согласны на то, что он делает. Вы знаете, люди были согласны на него, потому что у него был определенный бэкграунд. Угу. Он пришел из оппозиции. Да? Он как бы всегда себя таким обиженным чувствовал, да, обиженным властью. И все подумали, он знает, он боролся, он сделает. А он сделал еще хуже. Понимаете? Он сделал еще хуже. И мне вот это смешно. Я вот последние даже не смотрю. Мне так красиво, у них студия красивая, Апрель. Канал. Канал такой заимел. Да. И вот когда они начинают, все говорят, там умные, хорошие ребята есть, да, но я просто, я уже, мне уже даже просто неприятно все это. Вы знаете? Ну уйди, уйди ты, успокойся ты. Домину отгрохал, деньги есть там, все. Все есть, да? Ну, езди, отдыхай, лечись. Он же говорил, песни буду петь. Устал я. И когда ему исполнилось 60 лет, да, он говорит, я устал. Как можно устать в 60 лет? Мне вот больше я не устаю. Я хочу жить, я хочу радоваться жизни, хочу приносить пользу своей стране. Понимаете? Я не хочу. А он говорит, я устал. Ну, тогда иди, отдыхай. Зачем лезешь ты сейчас? Зачем будоражишь все это? Понимаете, это же просто люди устали. Со страной сделал? Нет, я не знаю, что он хочет сделать. Он про страну ничего не думает. Он не говорит, он не извиняется перед этими пацанами, которых угробил, посадил всех. Он не извиняется. Он о себе думает. У него эго больше, чем земной шар. Эго надо чуть-чуть попридавить. Угасить чуть-чуть надо. Эго маленькое должно быть у человека. Понимаете? И в политике нельзя с большим эго быть. Зачем? В политике много же таких крутых ребят. Надо другим дать дорогу, дать молодым дорогу. Пусть они сделают. Вот поэтому я говорю, нам всем уходить надо. Никто не хочет уходить. Понимаете? Уже хватит. Уже они вот так вот надоели уже все. И я, наверное, надоела, и они надоели. Нам всем, мы вот так уже им всем надоели, кто нас знает. А кто не знает, и слава Богу. Давайте новые вырастайте, новые делайте, новые творите. Только не воруйте, будьте честными, любите свою страну, от которой уже почти ничего не осталось. Хоть то, что осталось, сохраните для будущих поколений. Вот что плохо. Проблема вот в этом. Смена поколений. Поколения должны меняться. А это очень такой процесс, видимо, болезненный. Видите, все хватаются, прям джанталаши, все держатся, без этого жить не могут. И при этом все хотят наворовать. Не знаю. Вот когда предыдущий вопрос возвращаясь о терпении. Вы вот сказали про Атамбаева, что мы терпели его 6 лет. И будет ли вот народ Кыргызстана терпеть еще 6 лет и ждать, и связывать свои надежды с новым президентом? И как можно не терпеть и влиять на государственную систему так, чтобы не делать революций? У меня вообще такое ощущение, что будет терпеть. Но у меня надежда, что президент, его команда, там есть нормальные, хорошие люди рядом, они должны сделать уроки. После Атамбаева должны сделать уроки. И должны преодолеть все то, что негативного внес предыдущий президент. Сейчас уже вот валить на Акаева, на Бакиева уже смешно. Понимаете? Бессмысленно. Да. Вот сейчас надо просто сравнить себя с последним. Просто с последним. С теми уже не надо. Те уже джергап джурищут, майталкам болып, на все деньги, которые от кумтора и все. Почему-то их никто не трогает, я удивляюсь. Первые кумторовские деньги же Акаев украл. И все, сравнить вот с предыдущим, все, далеко не надо ходить. Сделать выводы и честно работать. Все. Чтобы остаться в истории, честно уйти потом. Не вот так передачу власти сделать, как он сделал, а честно, честный выбор сделать. Ни за кого не просить. Сказать, вот после меня придут президент, ошолорду тандагыла. А так мы соке, досу, менсене, хыратам, все. А потом соке, почему ты меня не слушаешься? Это вообще что за свинство было? Как будто он его напоил один раз, и теперь ты меня пои, теперь я вот должен майталкан жить. Так же не бывает, это же уят-то, это вообще элден бетн гандып карайт вообще. Очень молодец, что он не стал на него смотреть и реагировать.
Дай бог выводы, чтобы сделали. Вообще вся власть выводы должна сделать. Парламент. Вот сейчас 20-й год, выборы готовятся. Мы говорим о коррупции. Если коррупцию не искоренить, если не изменить что-то. Ну, они же не изменят ничего. Они сейчас должны внести изменения в закон о выборах. Они должны внести изменения, чтобы прекратить вот эту всю систему, чтобы мы могли голосовать, как эта система. Как да? это они себе перекроют каждого... дорогу? Ну, они не перекроют, конечно. Потом придут другие, они тоже не захотят. И вот, понимаете, замкнутый круг получается. И мы заложники вот этого беспредела. Вот вся страна, думающие люди, которые понимают это немножко, в этом во всем разбираются, мы думающие люди, мы заложники вот этих вот вещей, которые происходят. Судебная система, сами видите, Конституционная палата, сами видите, мы туда напишешь, тебе ничего не сделают, потому что ты им ничего не сделал. Парламент, туда не попадешь. Правительство, бюнгетет, эртенгетет, ну, куда идти? Куда идти? Министерство, я вообще половину министерств бы разогнала. Вы посмотрите Министерство сельского хозяйства какое. ГАО СЛХ, которое должно защищать природные ресурсы, оно направо и налево раздает, подписывает все это. Это по недрам комитет. Это Зилалиев или как его? Зилалиев. Еще плачется, говорит, его там допрашивают, моего мужа, там жена. А когда он бабки приносил, миллиарды, она не плакала? Айтпаева, ахтанап келдингу, им не гласым шунчак санды. Нет. Понимаете, уже нормой стало. Нормой. Вот как раз-таки нормой стало то, что люди воруют, государство ворует. Сейчас дураки и неуважаемые люди, кто не ворует. Угу. Раньше, когда Чингышев это говорил, все смеялись над ним. Помните, Чингышев говорил, да, только да. дурак у нас не ворует. Мы же все смеялись, думали, как он может такое сказать. А он-то прав был. Если мы это все не изменим, вот это, как вы сказали, зачитали венгры, худалар наши венгры, это случится угу. в недалеком будущем. Угу. И плюс будет радикальное большинство. Мы же должны же думать, вот молодое поколение растет, завтра случится что? Вот по всем прогнозам, да? Все профессии, все отрасли, которые сегодня есть, да? Они будут меняться. Вот по прогнозам, есть такой атлас новых профессий, российский какой-то образовательный проект, я просто прочитала. Удивительно, 36 отраслей ведущих, а мы, поскольку в ЕС у нас от Союза тоже осталось, тоже они для нас, эти ведущие, они будут меняться. И эти профессии умрут, которые сегодня, и завтра будут другие профессии. IT-менеджер, эрго-дизайнер, эколого-дизайнер, IT-менеджер системы здравоохранения, IT-менеджер системы здравоохранения, IT-менеджер образовательного пространства. Понимаете? То есть все меняется, а у нас система образования, система власти, туда приток людей, она не меняется. Вот мы все вот это... Документы принимаем, очень красивые, нужные стране, да, документы, связанные с этими, со всякими открытыми датами, открытыми статистическими датами, да. Но мы же, там же люди-то не подготовлены. Люди, там, я знаю этих министров, они на компьютере не могут работать. Они на мобильный телефон не могут работать. Они работают на старых, на Nokia. Как он будет внедрять? С другой стороны, возьмешь молодого продвинутого, он что-нибудь сворует. Боишься? Вот у нас вот такая сейчас дилемма. Парадокс общества. Наверное, когда-то это закончится, не знаю. Но это система, уже как-то и говорить об этом уже неудобно. Уже все говорят об этом, все понимают, все говорят. Все понимают, все говорят, но никто ничего не делает. Ну, надежда. Будем надеяться, что родится чувство патриотизма, чувство достоинства, что уже пора, уже от страны ничего не остается, надо сохранять, надо беречь, надо приумножать, надо делать.
Только на это хочется надеяться. Спасибо, Мира Камильевна, что приняли участие в нашей программе. Это была программа «Секреты власти». Я ее ведущая, Дилыса Руспакова. В гостях у нас была бывший вице-премьер-министр, депутат парламента Мира Камильевна Джангарачева.